Акция «Собери ребенка в школу» проводится ежегодно по всей стране. «Единая Россия» помогает ребятам из многодетных и малообеспеченных семей подготовиться к 1 сентября. В этом году поддержку получат и семьи, приехавшие из Донецкой и Луганской народных республик. К акции может присоединиться любой желающий. Пункты сбора канцелярских принадлежностей расположены в общественной приемной местного отделения «Единой России» по адресу: город Одинцово, улица Можайское шоссе, дом 151 и в бывшем доме офицеров.